Древние славяне словом «миловица» называли планету Венера. Это богиня женской красоты и любви. Сегодня мы приехали на одно из самых знаковых предприятий Беларуси – «Миловица», чтобы поговорить о бельевой моде, увидеть своими глазами, как она рождается и воплощается в жизнь. Компания «Миловица» производит более 5 миллионов изделий в год, экспортирует свои товары в 34 страны мира, а также имеет более 500 магазинов по всему свету. А это кабинет образцов. Здесь дизайнеры выбирают ткани, из которых будут изготавливаться будущие модели. Я дизайнер компании «Миловица». Сегодня приоткрою вам небольшую завесу тайны о том, как мы создаем наши коллекции. Поговорим сегодня о трендах. Осень-зима 2022-2023 годов. Мы готовимся к созданию своей коллекции новой очень серьезно. Опираемся на мировые тренды. «Миловица» сотрудничает с одним из ведущих французских тренд-агентств «Карлин», которое собирает и аккумулирует все тенденции в таких своеобразных каталогах, книгах, трендбуках. Одной из главных тенденций зимнего периода, осень-зима 2022-2023, называется тенденция «Keep your eyes on me», «Не спускай с меня глаз», которые максимально привлекают внимание, ставят покупателя вот подойти к витрине, взглянуть, захотеть померить, купить. А это экспериментальная лаборатория. Здесь работают конструкторы и технологи. Именно здесь ведутся примерки и добиваются идеальной посадки в каждой модели на каждый размерный ряд. Размеры нижнего белья в «Миловице» начинаются от маркировки 65A и заканчиваются 115I. А далее в экспериментальной лаборатории отшиваются первые образцы. И потом уже все это идет в производство. Хочу также отметить, что вообще четвертый квартал – это всегда особенная коллекция для дизайнеров. Это предновогоднее время, это время баловать себя, дарить подарки, удивлять. Искренне вот хочется создать нечто такое особенное. Сейчас небольшая историческая справка. Мы находимся в музее компании «Миловица», и я вам проведу небольшую экскурсию. История бизнеса компании «Миловица» ведет свое начало с 1908 года. Братья Турнье из Франции приехали в Беларусь и основали компанию. Тогда фабрика специализировалась на выпуске эффектных гребней, пуговиц. Это все были аксессуары для женщин. Далее компания поменяла свое название. Это была компания «Комсомолка». И вы видите здесь кадры и различные детали тех времен. А это одна из самых первых и ходовых моделей бюстгальтера, которую изготавливала компания «Комсомолка». А далее уже «Миловица». Вот вы видите значок. В 1989 году даже сам Пьер Карден приезжал на фабрику «Комсомолка» и оставил здесь свой автограф. Изготавливать нижнее белье компания стала с 1964 года. Здесь уже показаны фотографии и история компании современного этапа. Здесь период 90-х, фотографии первых магазинов «Миловица» в Минске. Еще один знаковый момент в компании «Миловица» на международном конкурсе в Париже. Вот эта вот модель «Боди» получила премию «Мадам Фигаро» на международном салоне нижнего белья в Париже за конструктивное решение. А в этом зале представлены фотографии самых красивых белорусских женщин, ну и, конечно, самых красивых моделей белья. Вот, например, Анна Малибога. А кому особо интересно подглянуть, можно в эту замочную скважину. Здесь демонстрируется первый рекламный ролик компании «Миловица». Времена меняются, но цель компании остается неизменной – придавать женщинам уверенность в себе, а также подчеркивать красоту. Давайте пройдемся более конкретно по коллекции. Одной из такой ключевых – серия «Дерзкий поцелуй». Дерзкое название, очень эффектное изделие. Коллекция построена на очень красивом выразительном кружеве, деликатным растительным мотивом. Очень тонкая люрексовая нить. Она поддержана подвеской украшения и декоративными кольцами. Блеск также в тренде, причем как такой прямолинейный, яркий, так и более деликатный, элегантный. Люди устали от локдаунов.
устали от болезни, от какой-то депрессии. И вот сейчас уже, когда все научились как-то с этим жить, справляться, понимают, что происходит, уже нет такой паники, как раз вот возвращается вот это вот желание иметь нечто эмоциональное, более позитивное, более жизнерадостное. Тенденция «не спускай с меня глаз», лозунги «dress to impress» — это «одевайся, чтобы впечатлять», да, то есть привлечение внимания к себе, желание каких-то красок жизни, вот возвращение, собственно, к привычному темпу. Это очень важно, и также вот именно такую вот позитивную эмоциональную составляющую мы хотели и донести в своих сериях, в коллекциях. Да, вот эти тенденции характерные, актуальные, насыщенные цветовые блоки, более темные, никуда не обойтись без традиционного, но очень такого ночного и выразительного черного цвета. Вот в данной серии оттенок сине-зеленого, тоже очень такой вот насыщенный, темный, да, где-то альтернатива черному, но очень такой элегантный, своеобразный. И вы знаете, мы всегда в поисках нужного красного оттенка нашим покупателям. Пробуем разные цвета красного, да, так как, опять же, это, как я уже говорила, зимнее время, да, это Новый год, это праздники, День Святого Валентина, то есть без красного цвета страсти и любви никак. Этой серии, собственно, мы хотели достичь задачи привлечь именно молодую аудиторию, и очень надеемся, нам это удалось. Да, вот, собственно, тенденция «Keep your eyes on me», да, «Не спускай с меня глаз». Вот эта насыщенная цветовая гамма таких темных ночных оттенков, работающих на контрасте. На контрасте вот с золотом, с серебром. Это вот какие-то вкрапления металла, металлические украшения, да. Вот, собственно, цветовая гамма. Вы, в общем-то, можете видеть, да, вот какой-то близкий оттенок красного, да, мы пытались оттолкнуться от него. Вот, собственно, синий-зеленый. Вот люрексовая нить, да, которую я говорила, такая вот тонкая, благородная. Черный и так далее. То есть, да, вот эта тенденция будет прослеживаться и в остальных сериях коллекции. А это лаборатория по испытаниям материалов и готовых изделий. У меня за спиной комната, где специальная температура, и именно здесь проводятся все эксперименты над всеми изделиями и материалами, которые поступают в компанию «Миловица», потому что человек соприкасается с нижним бельем. Это одежда первого слоя, так ее называют профессионалы, 24 часа в сутки. Поэтому все изделия должны соответствовать высокому качеству и быть удобными человеку. Такой лаборатории практически нет ни на одном предприятии в Беларуси, потому что здесь самое новое оборудование и специальный климатический режим. Все для того, чтобы изделия «Миловицы» были самыми передовыми в мире. Хочу также остановиться на нашем премиальном бренде Alize. Это премиальная марка, основным достоинством и преимуществом которой является использование дорогих натуральных материалов, таких как натуральный шелк, вискоза, сразу Сваровски, да, какие-то оригинальные особенные украшения. Хочу подробнее остановиться на серии Alize Соблазн. Собственно, в ней также реализована тенденция, о которой я рассказывала уже ранее более подробно. Да. Вот они, максимально выразительные и эффектные изделия. Серия построена на очень эффектном кружеве, да, с таким декоративным особенным зубом. В сочетании с натуральным шелком цвета золота это выглядит очень эффектно и очень впечатляюще, на мой взгляд. Особое внимание мы уделяем комфорту. Хочу также обратить внимание на очень интересный декоративный прием. Это тонкие золотые цепи, да, вот та тенденция такого элегантного мерцающего блеска, о котором я говорила. И, собственно, украшение, да, это крупный атласный бант, он съемный. И хочу остановиться на еще одной красной серии. Хочу отметить, что серии мы стараемся делать для клиентов разные. Полностью кружевная серия. Его главным дизайнообразующим элементом является именно кружево. Хочу показать, что, собственно, вот есть именно оно в трендбуке. И мы, когда вот нашли нечто похожее, очень обрадовались, что можно так вот реализовать тенденцию. Стразы Сваровски. Опять же, отделка и комбинация с натуральным шелком. Очень надеемся, что и эта серия не оставит покупателей равнодушными. Ксения Голд из самого сердца компании «Миловица». Проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля «Виктория». Бассейн, финская сауна, хамам.
косметические процедуры, спа-уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, модные стрижки, окраски, лазерная эпиляция, профессиональный массаж, стоун-терапия, солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. СПА-центр отеля «Виктория».